Циклон Рималь обрушился на Бангладеш и Индию. Сообщается о 16 погибших. Скорость ветра достигала 135 км в час. На побережье Бангладеш стихия повредила тысячи домохозяйств, креветочные фермы и защитные дамбы. Также около 3 миллионов человек остались без света. В Бангладеш погибших 10. Берега реки обрушились, и вода зашла в эту часть деревни. Много людей оказалось в беде, потери огромные. Приливная волна обрушилась на эту плотину прошлой ночью. Если бы она не продержалась еще несколько часов, то нас бы уже не было. Ударив по побережью, через несколько часов циклон ослаб, но сильные дожди продолжали идти. В индийском штате Западная Бенгалия стихия унесла жизни 6 человек. 4 из них ударило электрическим током, еще 2 погибли под обломками строений. Деревья упали на провода, из-за чего отключили электричество. Также не хватает воды. Это влияет на повседневную деятельность, например, приготовление пищи. Вот почему мы стараемся не выходить из дома. В Калькутте на целый день закрыли аэропорт. В этом году это первый циклон в Бенгальском заливе. Сезон муссонов здесь обычно длится с июня по сентябрь. Рималь также стал одним из самых сильных циклонов, ударивших по Бангладеш за последние годы.